Это программа «Сомнения» на канале RTVI. Мы работаем в прямом эфире. Со мной вместе в студии сегодня Роман Мамонов и Владимир Ленский. Я напоминаю, что участником программы может стать любой из вас или зрителей. Вопрос программы сегодня: способен ли таможенный союз составить конкуренцию Союзу Европейскому? Итак, да, все больше скептиков у нас на сайте. 23% против 77%. Ну, а мы сегодня планируем подключить к нашему обсуждению члена общественной палаты Сергея Маркова, который наверняка объяснит, почему таможенный союз все-таки интереснее, чем союз европейский. А пока я должна сказать, что вообще геополитические реалии меняются в последнее время. Мы знаем, что в планах Москвы тесное сотрудничество с таможенного союза с Вьетнамом и другими странами Юго-Восточной Азии. В списке приоритетных направлений Китай и, конечно, Турция, неоднозначные партнеры Запада, вполне себе потенциальные партнеры России. Таковы правила игры, в них нет, в принципе, ничего особенно шокирующего. Владимир, а какие еще вот объединения, Роман, у нас в последнее время создаются, которые в перспективе могут стать такими сильными игроками? Ну, есть просто какие-то процессы, которые нам, наверное, неинтересны в силу какие-то региональной специфики. Есть, например, очень крупная организация, которая называется Меркосур, которая хорошо знакома экономистам. Она объединяет страны Южной Америки. Туда, например, входит Венесуэла, туда входит Бразилия, Аргентина и так далее. И причем, что интересно, эти страны объединяются под лозунгом антиамериканским. Они не просто хотят объединиться. Речь идет о том, чтобы создать в Южной Америке единый, по подобию Европейского Союза, такое экономическое объединение. И они даже хотят вести собственную валюту, которая называется сукра. И уже ведут переговоры, кстати, с Россией. Есть антиамериканские, я имею в виду, против США, да? Есть в Африке 4 таможенных союза в Африке. Правда, поскольку этот континент настолько экономически слабый, мало кто обращает на это внимание. Но те объединения, в которых участвует Россия, это, конечно же, ОДКБ и ШОС. ОДКБ — это некий противовес НАТО, но он создан так, как, видимо, и таможенный союз должен действовать, по мнению Кремля. То есть это Москва и все остальные. Это не все вместе, не все равноцельные, не все равносильные. И что касается Шанхайской организации сотрудничества, то это достаточно такая, не то что слабая организация, но такой дружеский клуб, я бы сказал, где люди собираются и говорят друг с другом на интересные друг другу темы. Друзья, ну, никто не знает, как будут эти, собственно, организации объединения развиваться в дальнейшем. Спросим об этом у нашего московского гостя. Сергей Марков у нас на связи. Сергей, слышите ли вы меня? Здравствуйте. Да, слышу советскую пропаганду из вашей студии. Да, вот расскажите мне, пожалуйста, Сергей, все-таки чем таможенный союз сильнее европейского и перспективнее для постсоветских республик? Вы знаете, конечно, Европейский Союз значительно лучше таможенного союза. Ну, кто же спорит, да? Значит, Европейский Союз – прекрасный проект. Там люди собрались, они сделали там совместные передвижения по всей Европе, сделали высокий уровень жизни достаточно, высокий уровень защиты прав человека, в том числе социальных прав. Все очень хорошо. Но это наше отношение при этом к Европейскому Союзу – это как к свадьбе у соседей, на которую мы не приглашены. И это нам от этой свадьбы достается только музыка до 4-5 утра, а только пьяные, так сказать, под окнами, и бутылки пустые, которые катятся отсюда. Все очень просто. Сергей Александрович, простите, пожалуйста, а почему вы с этой свадьбы супер пытаетесь украсть вот невесту? Вот. Все так и надо делать, но... Не-не-не, никто Украине не приглашает на эту свадьбу. Никакого членства Евросоюза, ничего. Прямо говорят о том, никогда Украина не будет членом Евросоюза по той же причине, что и Турция. Слишком большая, слишком бедная и слишком другая. Украине предлагают ту же модель, которую Евросоюз подписал с Марокко, с Алжиром, с Тунисом. То есть такая африканская модель. Евросоюз заинтересован окружить себя со всех сторон дружественными и зависимыми странами, которые он может спокойно в таком неколониальном духе эксплуатировать. Извините, это, конечно, но в том же самом заинтересованный Кремль. В том же самом заинтересованный Кремль, чтобы эксплуатировать вот да эти дружественные страны. Свою...
Владимир, прекратите свою советскую пропаганду. Прекратите. Вот слышали уже, были Меркосур. Кстати, странно было слышать, что Меркосур антиамериканский. Они же американцы, они антигринго, они антиамериканцы. Значит, все собираются союзами. Всем нужно организовывать такое. Естественно, мы таможенный союз делаем как содружество равных государств, Казахстан, Белоруссия, и ничуть они там не комплексуют по этому поводу. И Турция войдет, и Украина обязательно войдет, и Грузия, Азербайджан, и Армения. И суть такая, что мы должны создать сообщество государств, которые лежат к востоку от Евросоюза, у которых нет никакого шанса стать членом Евросоюза, но которые хотят построить типа Евросоюза у себя. Ну, может, немного отличающиеся, так сказать, по каким-то нюансам, там, условно говоря, там, брака для гомосексуалистов, может быть, и не будет официального, еще что-то такое, какие-то мелочи. Но, в принципе, вот то же самое, что сделали французы, немцы, итальянцы у себя, мы хотим сделать у себя. И мы говорим, вам на той свадьбе никто не приглашает, только за дверью вам предлагают право бегать за бутылками, а мы приглашаем полностью себе на равноправной основе. Ну и где лучше быть? Кем лучше быть? Прислугой. Сергей Александрович, а почему граждане России должны платить вот за эти вот ваши и кремлевские идеи? 15 миллиардов долларов сейчас Россия купит облигации. Я специально разделил. $1000 на каждого жителя страны, включая младенцев, будут заплачены за бумаги, которые рейтинговыми агентствами считаются дефолтными. Мы просто подарим эти деньги Украине. Почему граждане России должны платить за скидку на газ? Слушайте, вы Путина немножко знаете? Он кому-нибудь чего-нибудь подарил? Не волнуйтесь, все будет нормально. Причем тут Путин? Дело, у меня, например, российский паспорт. Почему я должен платить за это? За ваши имперские амбиции. Я еще раз повторяю. Ну, не волнуйтесь. Владимир Владимирович все нормально сделает. Так что России не будет. Но еще одна вещь, которую я вам хочу сказать. Россия является лидером интеграции, как Франция, Германия, Италия были в самом начале. И они помогали на каком-то этапе таким странам, как Польша, как Венгрия, как Чехия, для того, чтобы было это все-таки единство. Так происходит в этом мире. Тот, кто выступает лидером, он немного вкладывается больше, чем другие. Но та прибыль, которую лидеры получают, такие как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Россия, она, оказывается, все-таки искупает вот то, что приходит вложение. Все достаточно просто. Прекратите вот это вот вы делать вид о том, что то, что хорошо для всех стран интеграция, обязательно плохо для России, поскольку мы видим уроды какие-то, что ли, ненормальные, которые не способны интегрироваться. Прекратите эту русофобскую истерику. Мы сделаем точно так же, как сделали французы, немцы, итальянцы. Вот такой же построим. И Украина, у нее свободный выбор. Что хочет, то и делает. Мы идем, украинцы, и спрашиваем на социологических опросах, что вы хотите делать? Они говорят, если вы Евросоюз, нам дадут, социология, говорю, значит, то вступаем в Евросоюз. Но никто не предлагает Евросоюз. Если же таможенный союз, то тоже вступаем в таможенный союз. Поэтому послушаем украинцев, дадим возможность сделать свой выбор. Но не дадим навязывать Украине вот это фашистское дело. Я с гневом смотрю то, что происходит на Киевской площади. Там вот это, слава Украине, героям слава. И натаскивают, как немецких овчарок, на фашистские лозунги. Сергей Александрович, нужно будет лучше скажите о том, что Катрин Эштон должна немедленно подать в отставку за то, что ей руки фашист голосуют. Сравнивали с Йобиком, вот наш коллега из Берлина. Нельзя сравнивать с Йобиком. Йобик является членом ассоциации националистических партий Европы, а партию «Свобода» Тикнебока исключили за пронацистские взгляды. Это нацистская, фашистская партия. Сергей Александрович, понятно, мы... Она должна быть немедленно запрещена, а ее лидеры должны из парламента переместиться на скамью подсудимых. Мы обязательно... в любой цивилизованной европейской стране. Прекрасно. У меня последний очень короткий вопрос. Вот просто у нас совсем не осталось времени, но очень интересно с вами общаться. Последний вопрос заключается в следующем. Вот вы говорите, вступят Армения, Грузия, Беларусь... Армения, Грузия, там, Узбекистан, да. и так далее. Вот просто я не совсем понимаю, каким образом... Узбекистан вот... не знаю. Ага, не знаю. Грузия, Армения вы точно сказали. Азербайджан вы говорили. Ну как? Очень просто. Как это произойдет? Евросоюз вступают, так же они и будут... Мы просто в начале программы... Еще раз повторяю. Таможенный союз – это типа Евросоюза, но только наш, который нас ждут. А Евросоюз – это супер, очень хорошо, но там нас не ждут.
только в качестве... Просто мы говорили о противоречиях, Сергей Александрович, которые существуют, например, в отношении там, Грузии, той же самой, Азербайджана, который сказал, что он не хочет в этот союз. Вот как это все произойдет? Это очень коротко, одна минута осталась, полминуты. Все достаточно просто. Пройдет время, таможенный союз, если покажет, что он может обеспечить достаточный экономический рост, ускоряющий рост, что у нас будет образование лучше, культура лучше, свобода передвижения, хорошая высокооплачиваемая работа, тогда, естественно, страны, если они не потеряют суверенитет к этому времени, примут решение. А сейчас Украине хотят украсть у нее суверенитет. Вот в чем смысл этого договора. Понятно, больше нет времени. Мы все поняли. Большое спасибо нашим всем гостям сегодняшним. Я напоминаю, в Москве у нас были Игорь Алексеевич Николаев, Сергей Александрович Марков и в Берлине Сергей Сумленный. Всем огромное спасибо. К сожалению, не успеваем просто вернуться еще раз к нашим студиям. Друзья, распределение сфер влияния никто не отменял. Воткнуть свой флажок в том или ином регионе большие государства стремятся так же, как и много лет назад. И торг, конечно, уместен на любом, даже самом высшем уровне. Только хорошо бы, конечно, чтобы пользу от интеграции ощутили граждане потенциальных членов каких угодно союзов. Не будьте сомневаться, мы найдем ответы, программа завершается, мы остаемся в сети, это RTVI, пишите нам.